Всем привет! Всем привет! У нас сегодня 6 мая, да. Мы вышли на набережную и увидели некоторые изменения. У нас поставили горку на центральной набережной для деток. Сделали спортивный уголок, а еще поставили... Как эта башня называется, где спасатели сидят? Спасательная вышка, да. Спасательная вышка. Поставили катамараны. Лежаки вот. Молодой человек ходит, наблюдает, чтобы был порядок на пляже. А детская там вдалеке площадка. Горочка, да. Для детей очень будет интересно. Сейчас подойдем, посмотрим. Поближе. Там уже детки гуляют даже. Все, люди уже загорают, начинают. Но море еще холодно. Пару дней назад было очень жарко. До 38 градусов. Ну, это на солнце. На солнце. Да, но жарко, песок вообще прыгал. Сегодня небольшой туман. Но немного распогодилось. Да, вон видно все. Новый свет в тумане. Крепость в тумане. Ну да, но это для мая это нормально. Вода градусов, не знаю, 15, наверное. Пойдем мы прочитаем, сколько вода, и там все написано. Может быть. А может еще не вывешали. Там уже написали? Ну не знаю, пойдем посмотрим. Пошли. Вот у нас такая доска. Тут-то есть первая помощь при утоплении. Я вот тоже не знала, например. Как вести себя на воде в летнее время. Помните, вода шуток не любит. Вот такие предупреждающие значки разные. Оказание первой медицинской помощи. Телефоны горячих линий разных. Вход на пляж свободный. И гидрометеоданные. Пока нету. Пока нету. Температура воздуха, воды и моря. Или что это такое? Ну да, наверное. Ну да. Влажность, наверное, температура воды. Раздевалку поставили вот. А, турники поставили вот такие интересные. Их никогда здесь не было на центральном пляже. Вот. Теперь кто занимается воркаутом, спортом на турниках, может прийти позаниматься в любое время. Очень удобно. И вот детская площадка. Наверное, только или сегодня, или вчера поставили, потому что раньше не было. Очень красиво. Да, так что теперь можно детей оставлять здесь гулять. Не, ну не оставлять, а позагорать, а не гулять. Ну будет. Есть какое-то развлечение хотя бы, да, уже. Уже очень хорошо. Надеемся надолго. Да. Ну, в общем, вот такие вот изменения у нас в Судаке пока что на 6 мая. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Давай, катись. Опа! И отходи сразу.